друзья мои хорошие, приемов мануальной терапии, которая, к слову скажу, является частью, включающейся в общую такую глобальную науку остеопатии, да, очень много, больше 120, там даже я не знаю сколько, 150, они все немножко взаимозаменяемы друг другу, можно то же самое делать, да, и сидя, и стоя, и лежа, и на боку, и как-то так еще. Но в данном случае некоторые приемы я даже, не побоюсь этого слова, сам разработал, или даже нигде не подсматривал, но даже то, что я вам показывал, да, это вот кое-где там мои находки есть. Вот сейчас, если у человека вот тут протрузия, грыжа, да, а точнее спазмирован, мы знаем, вот эти вот мышцы, да, поясничные, то мы берем его за вот эти косточки подвздошные, да, и чуть-чуть приподнимаем таз. Не больно, когда вот эту руками берут, да? Вот, проверяем, просто у некоторых там будет бывать лимфоузлы воспаленные, да, проверяйте. Наша задача что сделать? Наша задача, чтобы клиент лежал просто расслабленно, да? Мы приподняли вверх и чуть-чуть назад. И вот так вот раскачали, оттянули. И положили, расслабив вот эту вот зону, да? Но, чтобы усилить это воздействие, я придумал такой способ использовать обычный ремень. Солдатский там, ну или какой-нибудь саджинский, нет, такой порвется. В общем, ремень должен быть плотным, да? Продеваем его под клиентом. Как раз, ну, давай покажем без, не нужна, как раз две подвздошные косточки, да? Да, упирается, опускайся, опускайся, сама ничего не делай. Вот, ну, закрепляю я его, для того, чтобы случайно не соскользнул с руки. По идее, нам нужно не закрепление, а нам нужно вот тоже, наверное, женщина с таким способом не справится, а мужчина сможет. То есть нам нужно поднять таз одной рукой, вот видите, а второй рукой вот эту вот поясничку продавить вот так вот вдоль. То есть опять метод декомпрессии. И моя рука, как видите, она ходит не всегда по центру, да? Немножко по центру. То есть наша рука, вот эта, должна быть по центру оси позвоночника. А вот эта рука, которая ходит, да, во-первых, мы не давим на систатуроски напрямую, да, помните, вот этими, мы давим вот этими мышечными валиками. А во-вторых, чтобы сильнее продавить, я то с одной стороны, то с другой стороны продавливаю. Еще раз показываю. Подняли, покачали, расслабили. Теперь продавливаем. Мягко пускаем. Получилось, почувствовала здесь растяжение? Не поняла еще пока. Можно, значит, несколько раз проделать, пока вам хватает сил. Почувствовал. Вот так вот, да? Отлично. Ну теперь попробуй. Попробуй ты.